То, что значит вера в удачу? Вот, допустим, девушка сидит и думает, мне нужен вот такой парень. То есть рядом с верой, с удачей живет мечта. Человек верит в мечту. Он не в поступки свои верит, а в мечту. И она думает, мне нужен такой парень, и я его обязательно дождусь. Буду ждать дальше, дальше. Потом уже седина, как бы, опять жду парня своего. Потом раз померла, опять жду в следующей жизни. И так бесконечно. Потому что ты никогда его не дождешься, потому что человек получает свое только тогда, когда он трудится над судьбой. Вера в удачу – это означает лень души. Вот, допустим, мужчина верит, что когда-нибудь он найдет работу, которая ему понравится. И он с одной работы переходит на другую, он ищет работу себе. Это называется верить в удачу. Кто же достигает успеха? Мужчина, который понимает, как успех устроен. Это совсем другой путь. Вот смотрите, как он устроен. Чтобы быть успешным, сначала мужчина включить должен волевой фактор в себе. Означает, он должен начать бегать или в спортзал ходить, бороться с кем-то, там, драться, там, боксом заниматься. Ну, что-то делать, чтобы побеждать себя сначала, свое тело. Чуть-чуть себя победил, он чуть-чуть такой стал. Все, девушки уже счастливы на него смотреть. Такой. Дальше следующий этап. Надо начать где-то работать. Вот мужчины, вот прямо в буквальном смысле говорю, где-то работать. А где работать? А где у вас получается? Где вот потребность есть в вас? Вы скажете, ну у меня получается дрова пилить. Хорошо, пилите дрова. Ну там денег нет, Олег Геннадьевич, работы дофига. Отлично. Это будет вас очень круто развивать. То есть пилите дрова целый день. И ваша цель какая? Не тронну там дров для Молдавии напилить, допустим. А ваша цель – это научиться любить труд. Вот следующий этап, когда учился, мужчина научился в спортзале как бы над собой работать, ему нравится. Следующий этап – это научиться любить труд. И в тот момент, когда он пилит дрова и не парится, ему хорошо. Могу пилить вообще без проблем, могу не пилить. Ну, то есть ему классно, он счастлив. В этот самый момент к нему в голову приходит знание о том, где он будет эффективнее работать, где у него будет получаться лучше. Только в тот момент, когда он счастлив в той деятельности, которая у него есть. Он к ней привык. Ему там хорошо. И вот на фоне этого хорошо включается такой особый тип разума у человека, который начинает чувствовать, как индикатор такой начинает включаться. Где я смогу лучше быть эффективным? И сразу он берет и идет туда. А так как он уже любит труд, он легко привыкает к этой деятельности, становится более эффективным. Потом ему индикатор, а вот здесь еще сможешь лучше. И он туда идет, и так постепенно он находит себя, деятельность. И это называется труд по способностям. То есть он вспомнил свои способности. У него есть деньги, у него есть работа высокооплачиваемая. Он там эффективен, но есть одна проблема. Он чувствует, что для души как будто он в жизни ничего не делает. То есть он хочет трудиться еще для души. А это уже совсем другой этап развития, понимаете? И он думает, наверное, какую-то другую работу мне надо найти, чтобы было для души. А работа здесь вообще ни при чем. Может быть, даже на этой я буду для души, а может быть, на другой. Ты не знаешь. Потому что для работы для души означает перейти на другой уровень существования. И тогда тебе надо отвлечься от самой работы, ты можешь работать дальше. Но тебе надо включиться в самосовершенствование и научиться жить бескорыстно. И в тот момент, когда ты работаешь, ты тоже работаешь, ты за деньги работаешь. Но при этом ты думаешь о благе других, а не о деньгах. Это очень сложно сделать, поверьте мне. Вот ты работаешь за деньги, но о деньгах ноль. Только о благе других. В этот момент человек переходит на другой уровень существования. Он начинает действовать по своей природе. Не по способностям и уставать. А по своей природе означает, что он счастлив в труде, он приносит благо людям, и при этом его эффективность возрастает, и как результат, также и деньги тоже больше становятся.
Но вы понимаете, для того, чтобы это произошло, надо отказаться от денег, понимаете, для того, чтобы больше получить. И вот этот этап отказа от денег, он всегда идет на всем пути. И сначала человек что делает? Он отказывается от денег, потому что он находит время на спортзал. Он не упахивает своими днями, а находит время на спортзал. Потом он отказывается от денег, просто остается на одной работе, и он привыкает и чувствует себя хорошо. Потом дальше он ищет себя, потом дальше он... Обязательно, когда человек начинает действовать по своей природе, он в этот момент обязательно теряет деньги, какие-то деньги. Потому что действие по природе, оно бескорыстное, и там обычно у него не бывает много денег. Но потом становится еще больше, чем было со временем. И таков путь человеческого развития, вот мужчины. Но обычно люди не идут этим путем, обычно они просто упахиваются, и у них другой путь. Вот такой. Первая стадия называется восторг. Но человек насмотрелся фильмов всяких, и он верит в удачу, верит, что у него все будет хорошо. Он вот это, видит этих героев, которые взяли, как бы и смогли. Вот. И он верит в удачу. Он такой, он молодой, счастливый. Вторая стадия называется тяжелый труд или усталость. Третья стадия называется надлом, четвертая стадия называется кризис, и пятая стадия, когда человек или деградирует, спивается, или меняет образ жизни. Вот и все. То есть, за что боролся, на то и напоролся. То есть, что и требовалось доказать. Ты шел неправильным путем, все равно надо работать над собой в конечном счете. Иначе ты пройдешь вот эти стадии и все равно поймешь, что надо работать над собой. Что и требовалось доказать. Что же такое вера в удачу? Это такая сложная вещь. То есть человек просто, как бы, ну, нам же трудно работать над собой, развивать себя как-то. Человек верит, что ему повезет. Вот он найдет себе работу. Вот Олег Геннадьевич пускай говорит все, что угодно. Я все равно убегу от своей жены. Мне повезет. Я найду себе хорошую девушку, такую красивую. Я с ней буду счастлив всю жизнь. Мне будет хорошо. Или мне повезет, я все равно уволюсь со своей работы и найду себе лучше. Мне все равно повезет. Почему человек так думает? Да потому что это его вера. Он не в Бога верит, он верит не в то, что он родился для самосовершенствования на этой земле. И здесь все так хитро устроено, что если он другим путем какой-то пойдет, он все равно получит то же самое. Он получит все равно то же самое. Ему никуда не деться. Этот мир рожден для того, чтобы работать над собой, развиваться. Цель жизни такая, человеческая. Но если ты не хочешь в это верить, если ты думаешь, что ты каким-то другим путем пойдешь, значит, это у тебя другая вера просто. Удача или богатство, или счастье – это энергия Бога или супруга Бога. А супруга Бога принадлежит только Богу. И поэтому человек, когда он ищет удачу, она бежит от него, потому что удача принадлежит только Богу. А если человек служит Богу или работает над собой, удача бежит за ним, потому что она любит этого человека, потому что он любит Бога, а супруга Бога любит его тогда. Вот и все, вот и вся философия. Если мы бежим за счастьем, счастье бежит от нас. Если мы как бы принимаем судьбу, согласны со всем, счастье бежит к нам. Все. Но когда человек подумал о счастье, а в это время оно уже от него уже убежало. Надо всегда счастье отдавать другим, не думать как бы о себе.